как мы уже рассказывали, победителем районного осмотра конкурса «Лучший в малом и среднем бизнесе» 2014 года стало предприятие ООО «Кварта», занимающееся производством полотенцесушителей из нержавеющей стали. Оно было открыто в 2011 году и за это время окрепло и успешно развивалось. Сейчас на нем уже работает 130 человек, а объемы производства позволяют снабжать питерские специализированные магазины разнообразными видами продукции, часть из которых поставляется даже в Европу. А начиналось все, как рассказывает директор предприятия Анна Токолова, с дружеского предложения. Идея родилась у наших знакомых. Они работают в Санкт-Петербурге, у них там производство открыто. И они решили открыть аналогичное производство в Ладейном поле. Вот. И поэтому потом выкупили здание, соответственно, и стали развиваться. Нам в январе сейчас было 4 года. Когда мы выкупили это производство у местного предпринимателя, у нас работало изначально человек 6, вообще начиналось, наверное, человек 6. По сути, выпускались у нас где-то порядка 3, наверное, 4 всего видов изделий, то есть это самые простые. Люди у нас только обучались, поэтому все это было очень долго, кропотливо. А сейчас уже люди набрали опыта, и, соответственно, у нас выпуски продукции растут. Работаем мы с довальческим сырьем. Сырье нам поступает от наших заказчиков. То есть это приходит нержавеющая труба необработанная, необходимые комплектующие, коробки, всевозможные инструменты даже могут какие-то быть. Вот. Все необходимые комплектующие нам присылают из Санкт-Петербурга. Придя сюда, труба отправляется на полировочный участок. Да? Там происходит полировка трубы на полировальной линии. При полировке трубы пыли улавливающие установки улавливают порядка 95% пыли, мелких частиц, которые образуются при полировке. Поэтому наше производство, в принципе, является экологически чистым. В настоящее время мы выпускаем порядка 50 видов изделий. И объем выпускаемой продукции в месяц у нас составляет порядка 4000 изделий. Будем развиваться, будем увеличивать объемы, соответственно. В данный момент у нас новинка – это электрический полотенцесушитель, их три вида. Первый вид – это компакт, он состоит из нагревательной секции, которая проходит внутри, абсолютно безопасная, как бы, и служит очень долго. Также поворачивается в разные стороны секции, очень удобно. Второй вид у нас называется парео, поворачивается тоже в разные стороны, можно так, можно вот так, как вам будет удобно. Тоже полностью безопасен. Третий вид называется триада. Состоит также из нагревательной секции, из подключения скрытой розетки. Можно ее поставить и на розетку, и сделать подключение скрытой розетки, чтобы, например, убрать шнур. У нас приходит заказ определенный, мы ее делаем за неделю и уже выпускаем непосредственно уже в готовом виде. Как видите, у нас молодежь работает. Ну, берем как бы всех желающий. Тем более, если есть опыт работы, непосредственно, конечно, приветствуется. Это сверловка, сварка. Даже если нет профессии, специальности. Здесь же на производстве учим, смотрим за работником. Если у него все получается, он уже начинает работать самостоятельно. Город будет развиваться с увеличением производства. И думаю, что и люди все будут работать. Пройдя по цехам этого современного производства, мы убедились в том, что организация труда здесь на достойном уровне. Для людей созданы все условия, позволяющие работать эффективно. То, что в Владинопольском районе появилось такое предприятие, придает оптимизма. Значит, у нас можно не только пилить и перерабатывать лес, но и найти применение своим силам и в других отраслях экономики. Участие в муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства позволило 8 соискателям из Владинопольского района получить грантовую поддержку на развитие собственного дела. В рамках подпрограммы стимулирования экономической активности был проведен конкурс, на который заявилось 8 претендентов. Они прошли обучение в Фонде поддержки предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей содействия, составили бизнес-планы и подготовили заявки. Общий объем субсидий на эти проекты составил 2 миллиона 328 тысяч рублей. Среди получателей гранта есть начинающие предприниматели, оказывающие услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники, автомашин и пошиву одежды. Одни решили попробовать себя в рекламном бизнесе, пчеловодстве, производстве изделий из металла, а другие – в грузоперевозках и организации праздника. Была бы идея, а применение ей начинающие предприниматели всегда найдут. Разнообразием видов сельскохозяйственной деятельности у нас в районе, пожалуй, не удивишь.
последние годы на место крупных сельхозпредприятий, занимавшихся исключительно молочным животноводством, пришли фермерские хозяйства, пробующие силы в различных других направлениях. В подтверждение этого мы расскажем об уникальной для нашей местности экологической ферме в селе Алеховщина. Свернув с асфальтовой дороги на лесную грунтовку и проехав через шлагбаум охраны, мы оказались на ферме. Это удивительно красивое и живописное место на правом берегу реки Аять, где сосновый лес граничит с полем. Приятно было увидеть знакомые лица. Нас встретили бывший директор совхоза Алеховщина Сергей Александрович Алексеев и его супруга Татьяна Антоновна. Это их идеи экологического фермерства нашли воплощение в удивительном предприятии. Экоферма «Алеховщина» – обладатель сертификата по стандарту «Органик» Европейской ассоциации ИЧЕЯ. Здесь производят все, что необходимо для здорового питания, начиная от овощей и картофеля и заканчивая разнообразной животноводческой продукцией. К животным здесь относятся гуманно. Кормят их только экологически чистыми кормами без применения химии. В одном из аккуратных домиков разместился птичник, а в другом – двор, где содержат крупных животных. Татьяна Антоновна – зоотехник и душа производства. Она стала нашим замечательным экскурсоводом. Первым делом Татьяна Антоновна пригласила нас в небольшой цех по производству козьего сыра и угостила первыми пробными образцами продукции. Она рассказала, что учиться делать козий сыр ездила аж в Москву. В холодильнике уже красуются готовые к реализации аккуратные сырные головы. В прошлом году мы купили 5 коз в Приневском, племзавод Приневский в Санкт-Петербурге. И в этом году решили делать сыр, производить козье молоко на продажу и купили еще 15 коз, тоже в Приневском. Коз на первой лактации, то есть уже взрослые козы. Сейчас все козы у нас уже случены, и первые окоты мы ждем в январе этого года, в конце января. Январь, потом февраль, потом март, ну и все. И будут у нас козлятки, море маленьких козляток. Занинская порода, она одна из самых высокопродуктивных. И это самая распространенная молочная порода и самая продуктивная. Конечно, продуктивность у нас на натуральных кормах не такая, как на комбикорме, естественно, но Марта давала около 4 литров молока. Мы считаем, что это неплохо. Сено – это на наших полях приготовлено. Сено, мы кормим их картофелем вареным. Кормовая свекла в этом году, агроном нам посадил кормовую свеклу. В прошлом году была брюква, морковка. Потом брюква, репа, кабачки. У нас же выращивается овощная продукция на продажу через торговый дом экофермы «Алеховщина». Ну, естественно, перепадают все козам. И огурцы, и кабачки, и тыква чудесная желтая. Сейчас часть коз уже запущена, 9 коз из 18 дойных. Еще часть коз мы запустим в следующем месяце. Ну, надо дать им отдохнуть в течение 2 месяцев, чтобы они набрались сил, чтобы рос козленочек, вырос здоровым. Надо обязательно, чтобы у козы был сухостойный период определенный. Вот это лезет Манечка, дочка нашей Марты. Она очень любопытная и очень живая козочка чудесная. Она родилась у нас 21 марта этого года. А там матрешка родилась 12 марта, но ее мать первокотка. То есть у нее был первый окот, она небольшая козочка, а Марта взрослая коза, это второй окот у нее был, соответственно, и детки. Мясо птицы, куриные яйца, а также овощи алеховщинцы отправляют в Санкт-Петербург, где их реализацией занимается торговый дом «Экоферма Алеховщина». Часть поставляется в магазины «Азбука вкуса», «Ленд» и «Зеленый хутор». Продукция дорогая, потому что требует много ручного труда и сил. На экоферме трудится дружный коллектив. Это те, кто кормят, убирают, сторожат и занимаются вопросами соблюдения технологий содержания животных. Работы немало, но все справляются. Атмосфера здесь располагает для того, чтобы трудиться с удовольствием. Да еще и увлеченность руководства помогает. Глядя, с каким восхищением и добротой относятся Татьяна Антоновна и Сергей Александрович к своим подопечным, невольно настраиваешься на зеленую волну любви к природе и братьям нашим меньшим. Экологическое фермерство, несмотря на то, что в мире существует уже много лет, в нашей стране еще только набирает популярность. А раз есть спрос на такую продукцию, значит есть и вполне реальные перспективы, что такие экофермы, как Алеховщинская, будут уверенно развиваться в выбранном направлении. Прямо не верится, что этой активной и позитивной женщине, которая знает весь Ладинопольский район, недавно исполнилось 75. Заведующая инфекционным отделением Станислава Никифоровна Строева – человек уникальный. Своим профессионализмом, человеколюбием и стремлением помочь она с первых же минут общения располагает к себе пациентов. А за многие десятки лет их у нее было немало.
И что удивительно, она каждого помнит и даже может поведать связанную с ним историю. Но сегодня мы попросили рассказать ее о себе и любимом деле, которому она самоотверженно посвятила всю свою жизнь. Родом я смоленская. Это племя, если вот, где род племя какое? Как говорят, смоленские рожки, племя Радимичи. Это люди очень подвижные, нервные, такой вот, очень подвижные, очень энергичные. Так это, я полностью соответствую этому роду. И никуда я не денусь от этого. Ну, часть этого рода моего от поления отца села в Питере. Я знаю, что начальником милиции на Васильевском острове сразу после войны и в 50-х годах был папин двоюродный брат. Но отца я не знаю. Мужчины почти все погибли на войне. Ну, что делать? Такова жизнь была. Ну, а мы люди, дети войны, люди целеустремленные. Я всю жизнь мечтала только об одном, что я должна учиться хорошо, что я должна обязательно окончить мединститут. И что я буду хорошим врачом, мне так хотелось. Какой уж вышел, не знаю, но, по крайней мере, я стараюсь понять людей, понять их боль, помочь с открытой душой. Ну, что я человек прямолинейный, ну, куда денешься, вспыльчивый, ну, это опять же род. Я в медицине с 57-го года. И настолько все меняется, правда, фундаментальным остается основа знаний. Ну, а без учебы, почти ежедневной, даже сказать ежедневной, постоянной, сейчас невозможно. Постоянно надо заниматься. Все меняется. Вот сейчас смотрю, сидят молодые хирурги, рентгенологи, хорошие ребята. А молодежь — это всегда хорошо, когда молодежь целеустремленная, занимающаяся и собою, и не ленивая, пополняет свои знания, приятно общаться, приятно, хорошо, хороший коллектив медиков. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы государство о нас лучше заботилось. Ну, о моем отделении я бы хотела попросить городские власти позаботиться, чтобы мы хоть немножко соответствовали. Вспоминаю, когда ремонтировалось отделение, очень давно. Расскажите о своей чудесной семье. Как случилось так, что они все у вас медики? 6 человек нас. Кончили мы все один вуз. Алексей в 3 года заявил, я ведь тоже врач. Только в 5 лет сказал, я буду, мама, лучше, чем ты, врач. Я буду резать. Ну, что делать? Не могу сказать. Вот мне кажется, что трудно сказать. Вероятно, атмосфера воспитывала ребят. На зимних каникулах наш оператор Алексей Блинов побывал в самой глубинке России, а точнее на границе Европы и Азии, в городе Оренбурге. Он привез из поездки много замечательных впечатлений. Оренбуржцы – народ доброжелательный и веселый. Они любят здоровый образ жизни и даже в 30-градусный мороз занимаются спортом на свежем воздухе. Любимое место для лыжных прогулок и катания на ватрушках – Зауральная роща. Алексея впечатлила архитектура города и исторические памятники. И все же самое доброе впечатление оставили именно душевные и открытые люди, живущие здесь.